Смотри, чтоб снаряды эти, блядь, чтоб... Нет. Да, смотри, под ноги, блядь, я буду... Это работа в Горнянский БЭКТАР, блядь. Вот, блядь. Остатки металлолома, блядь. Жалко, конечно, такую технику запустить у сельского хозяйства, блядь. Можно было бы, конечно, манипуляторов наделать конкретно, блядь. Новик. Давайте останавливать колонны, забирать технику. Новые краны, блядь. Свеженькую, не вот, блядь. В городе прямо. Вот новые краны. Берем по ящику, да, водки и будем менять на КамАЗы, там что вам надо. Вот турки молодцы уже, блядь, помогли, блядь. Спасибо им. Я понимаю. Алексей, вот. У меня рация, что у меня самое главное, я ее забрал, чтобы рацию сохранить. Я притягал бы. О, там, наверное... Остатки, блядь. Остатки догорают. Это, блядь, с КамАЗа не осталось нихуя. Это, блядь. Такая техника пропадает, блядь. Все, как может рвануть наши ракеты. Давай, это, не идем, блядь, не подходи ближе, блядь. Той был полностью с ракетами, блядь. Смотрите, люди добрые, блядь. Куда приехали, тут и останутся, блядь. Пошли, пошли, слушай.